81-ю годовщину образования гражданской обороны России сотрудники МЧС по Ивановской области отметили с размахом. На чествование лучших работников пригласили ветеранов службы и руководство региона. Особенно отметили заслуги перед Отечеством участников ликвидации последствий наводнения на Дальнем Востоке. В адрес 17 героев из Ивановского управления МЧС поступило 15 благодарственных писем со всей страны. Мужество и доблесть ивановцев оценило и руководство Главного управления МЧС России. Немаловажно быть профессионалом своего дела и знать, как помогать. Но еще самое главное, человек, которому попал в беду, оказать некоторую психологическую поддержку. Потому что человек, который остается без него, он, конечно, у него все чувства обострены. Наши ребята с честью справились.